Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Аудит и оптимизация расходов в кризисное время – вопрос постоянный для бизнеса. Экономия на банковских услугах – инструмент, который может позволить найти финансовые и временные ресурсы для развития. А ОКБ «Банк Хлынов» предлагает здесь целый ряд возможностей. О них говорим с заместителем начальника управления корпоративного бизнеса «Банка Хлынов» Николаем Чудаковым. Николай, здравствуйте. Уже на этапе открытия бизнеса с вами можно получить выгоду. Расскажите, как? Можно в режиме онлайн. С сайта Банка Хлынов подать заявку на регистрацию ИП или ООО. То есть заполняется анкета в пару строк. Представитель банка связывается с вами, спрашивает ряд дополнительных вопросов, после чего вы приглашаетесь непосредственно в банк. Там вам выдается КЭП, квалифицированная электронная подпись. Подписывается пакет документов и направляется на регистрацию налоговой. Примерно через 3-4 дня вы получаете уже зарегистрированное либо ИП, либо ООО. Никакие госпошлины клиент не платит. Мы себе такое позволить можем для нас и для наших клиентов. Все делается фактически дистанционно, с одним единственным посещением банка для того, чтобы получить КЭП. Эти расходы банк берет на себя. Открытие и обслуживание расчетного счета тоже ведь может быть выгодным и удобным. Расчетный счет у нас может быть открыт фактически без посещения банка. Точно так же подается заявка на сайте. Прикладывается пакет документов, сотрудник банка связывается по телефону с вами, определяется, в каком офисе вам банку будет удобнее обслуживаться. Дальше принимается решение о открытии расчетного счета, и сотрудник банка может выехать к вам непосредственно на предприятие, в организацию и подписать все необходимые бумаги. Так, а на обслуживание у вас есть какие-то интересные предложения? Безусловно, у нас есть на текущий момент сейчас ряд тарифных планов, у которых абонентская плата отсутствует вообще. Дается 5 бесплатных платежных поручений в месяц, платежи в бюджет бесплатны всегда и в эти 5 платежек не входят. И переводы внутри банка тоже не тарифицируются. Если говорить о технологиях, нужно, конечно, упомянуть ваш новый интернет-банк для юридических лиц. Какие появились новые удобные сервисы в нем? Существенно расширился функционал того, что может делать клиент. Разумеется, помимо того, что ему отображаются все его расчетные счета, кредиты, появился у нас ряд дополнительных преимуществ относительно нашего предыдущего решения. Например, если у вас установлен торговый акваринг, терминал, в интернет-банке вы можете посмотреть по каждому терминалу, какой был оборот. Фактически в режиме онлайн вы можете зайти в мобильное приложение и там посмотреть, либо в веб-версию. Появилась возможность у нас общаться и отправлять документы юридические, значимые, через ДБО. То есть вы хотите взять еще один кредит. Точно так же через интернет-банк заполняете заявку, прикладываете определенный пакет документов, направляете в банк. Заявка падает на экономиста, экономист приступает к работе. Не нужно ножками, опять же, ходить в банк, приходите фактически только на подписание кредитного договора. Точно так же в нашем интернет-банке есть замечательный сервис, «Светофор» называется. С помощью него вы можете проверить своих контрагентов, есть у них какие-либо проблемы на текущий момент с судебными приставами, с налоговой. То есть, отправляя деньги контрагенту, вы должны понимать его текущее состояние и точно ли он выполнит свои обязательства за те деньги, которые вы ему направляете. С помощью этого бесплатного сервиса в нашем ДБО вы, опять же, это можете сделать. Николай, сейчас еще очень популярен кэшбэк, не скидки, не бонусы, а именно возврат средств. Есть ли у вас в банке Хлынов для бизнеса что-то подобное? Для наших новых клиентов, тот, кто открыл у нас расчетный счет и получил корпоративную карту, либо расчетный счет уже был и корпоративную карту получаете сейчас, банк Хлынов делает уникальное эксклюзивное предложение. 10% кэшбэка при покупке бензина на заправках первые 3 месяца. С любой АЗС, главное, чтобы так называемый МСС-код был из категории автозаправочных станций. Раз уж речь зашла о корпоративных картах наших, то наши корпоративные карты делаются на базе премиального пластика Visa Business Gold, обеспечены чипами бесконтактной оплаты. Карту у нас можно подключить к Google Pay и Apple Pay, то есть можно совсем на этом отказаться от пластика, если телефон с собой, корпоративная карта тоже будет с собой. Подробности по телефону 8 800 250 237 или на сайте bank-hlynov.ru, возрастное ограничение сайта 0+. Мобильное приложение Хлынов Бизнес, возрастное ограничение 6+. Предложение 10% кэшбэк на АЗС действительно до 31 декабря 2020 года. А ОКБ Хлынов, лицензия ЦБРФ номер 254. Программа «Экономика» на 101 FM.